и они никогда не причиняют боль, и они всегда обладают силой. Even the hard truths that we speak to ourselves should never be condemning. И даже те трудные истины, которые мы себе говорим, никогда не должны быть осуждающими. Proverbs 18:21 says that the tongue has the power of life and death. Whew, that's strong words. Притчи 18 глава 21 стих говорит, что язык обладает смертью, несет смерть и жизнь. There is only one who is capable, truly capable of forgetting. And that is God Himself. И существует только один, который способен действительно прощать. Это Бог. God is the perfect forgetter. Бог является великолепным человеком. Бог является всегда прощает, в общем. Совершение, прощение. God is the perfect forgiver. И Он является совершенным в прощении. Through God's power and the Holy Spirit within us, His Holy Spirit, we can rename those items in our thought closet. И вот с помощью Бога и Святого Духа мы можем негатив вытолкнуть из своего архива, своего хранилища. We can replace lies with truth. И мы можем заменить ложь истиной.